собранное видео. Я видео буду прерывать, потому что одному немножко неудобно. Значит, есть вот такой вот набалдажник. С первого взгляда может показаться лишним здесь, на этой елке. Состоит она из двух частей. На этой тоже такой есть. Комплектующий к ней идет таких два фонаря с проводочками, которые включаются в блок питания. Вот он. Тренога, на которой стоит сама елка. И три болтика, которым крепится сам ствол елки. Так, я сейчас прерусь. Так вот, я вставил первое основание елки. Треногу. Выглядит вот так. Есть у нас еще одно. Берем второе основание и вставляем его непосредственно в первое. Выглядит примерно вот так. Дальше берем звезду, на которой есть такой вот проводочек. Его нужно будет вставить наверху. Вот есть такое же основание проводочек. Сейчас соединим. Вот соединение готово. Вот как оно выглядит. Дальше соединяем два основания, первое и второе. Здесь тоже есть вот такие вот проводочки, их нужно соединить между собой. Для этого горят диоды. Дальше берем вот эти лампочки, которые есть, да? Вот. Соединяем их со стволом. Сама лампа крепится. Здесь есть видно вот такие вот пазики, которых надо, они вот они вот. Их надо соединить между собой и немножко провернуть. Вот, все, лампочка, дабы не выпадала, висит у нас крепенько. Дальше такая же самая система происходит на второй части ствола. И чуть-чуть провернули. Теперь соединяем такими же проводками ствол со стволом, чтобы у нас горели диодики. Есть. Теперь это все дело включаем в блок питания, на котором тоже есть штекер. Вот. И включаем, соответственно, в переноску. То есть удлинитель. Все, елочка наша горит. Диодики светятся. Звездочка. Звездочка, соответственно, тоже. Все в порядке. Ну вот, в принципе, как она должна выглядеть после полной сборки. Собрал я ее буквально там в течение 10-15 минут. С учетом того, что видео снимаю. Вот так. Соединение, которое вы видели, так сама не видно, если сильно хорошо не присматриваться. Вот, получилась наша елочка. А, ну да, подойдешь, да. Да, я подойду к тебе и все.